Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Я вас приветствую, меня зовут Агати. В этот раз я вам нашел 2 плюс 1 под ключ в районе Обагёль, подходит под ВНЖ. Также квартира под ключ. Смотрим. Гостиная, совмещенная с кухней, дорогие зрители. Вот такая квартира. Нетто эта квартира минимум 95-100. Телевизор Sony, кондиционер фирмы Samoye. Бытовая техника как-то нужно поменять. Alto старенькая стиральная машинка. Видите, Regal холодильник. Пока работает. Микроволновка есть. Так, такой вид. Рядом проходит дорога D400. Локация тоже хорошая. Недалеко отсюда, где-то 150-200 метров, речка Оба протекает. Там парк. До торгового центра Аланиум здесь пешком 5-7 минут. Это первый санузел. С душевой кабинкой. Вы видите, да, что хороший коридор. Первая спальня, она не маленькая, 15-17 квадратных метров. Вот. Так, сторона. Сторона западная, а также южная. И еще северная. Та сторона юго-запад, прихожая. Есть ухоженная территория, бассейн. Айдат 500-700 лир. Точно не помню, она меняется. Здесь тоже минимум 15 квадратных метров. Второй санузел, он более просторный, чем первый. Здесь где-то 6-7 квадратных метров площадь. Нетто. И второй балкончик. Что здесь не видно? Кондиционер спрятали. И вот второй балкончик такой. Видно соседнее здание. Цена, дорогие зрители, 161 000 евро. Да, то у меня вот такие правильные цены на этом рынке. Звоните по номеру плюс 90-555-064-91-10. Сейчас я сниму территорию, ставим лайки, еще пишем комментарий, что вам тут понравилось. Также, кого интересуют денежные переводы, мы помогаем с решением этим вопросом. Так что не переживайте. И также есть перестановка по минимальному комиссии. И также есть золотая корона. Мы официальное представительство в районе Махмутлар. Офис находится около башни часов. Можем также перевести с рублевых карт на наши карты рублевые. И вам выдадим турецкую лиру по самому выгодному курсу того дня именно в городе Аланья. Звоните, поможем. Смотрим дальше, не закрываем ролик. Этаж средний. И еще есть у каждой квартиры кладовка внизу на цокольном этаже. Это тоже вдобавок. Сейчас сами увидите. Вот, это у нас лифт. Год постройки 2006. Спускаемся вниз. Сейсмобезопасные проекты в Алании. Тут не сейсмическая зона. Я раньше снимал в роликах и всем объяснял. Вот у кого, если там зависло мышление что-то. На этаже 4 квартиры. Спускаемся вниз. Видите, внизу еще есть отдельная комната. У каждой квартиры своя отдельная кладовка.
туда не буду ходить. Так, выходим на территорию. Тут розы, зелень-мелень, букашка-мукашка, все есть. Бассейн уже очистили, запустят через 5-15 дней, точно не могу сказать. Он двухуровневый. Фасад здания. Сейчас пройдусь к речке. Вся инфраструктура в шаговой доступности для жизни, которая вам нужна. Маркеты, ресторанчики, цветочки. Так, я сейчас пройдусь к речке. Снаружи открытая парковка. Также здесь можете оставить лилисапед. Паузу нажму. Вот это здание. Вышел я. Можете к морю пойти вот так. С той улицы. Ну вот там 3-4 здания. Впереди первая береговая линия. И песчаный пляж также там есть, но где-то есть плиты. Вот эти деревья, которые вы видите, глазами я все вижу вот так. Вот там береговая речка. У берега реки можете пройтись также по берегу к морю, дорогие зрители. Нажму паузу, здесь 100 метров до речки. Вот там дорога, тут речка. Вот по этой улице можете выйти прямо к морю. Там подземный переход. Все, дорогие зрители, вот такая красота. Тут парк такой мини. В этой стороне батуты. Где? Вот там батуты. Парк для детей. Вот детская игровая площадка для детей. Вот она. Видите, там? Там играют, сейчас покажу. Вот. Хорошая локация. Торговый центр отсюда даже 3 минуты. Здесь даже будет в будущем. Уже достраивают мэрия Алани. Все, с вами был Агасий, Солнечная Алания, район Обайгёль. До центра города отсюда на машине 3-5 минут езды. Всем пока-пока.